Я тут. Я прячусь. Это Ауди. О, это крутая. Ой, он круглый, а я квадратный. Мне скучно. Мне скучно. Мне очень скучно. Всем привет. Я Нубик. Сейчас что-то вам прикольное расскажу. Я вчера пошел гулять. Шел. И нашел какой-то портал. Сейчас попробую в него зайти. Ой, что-то мне страшно. Ладно, все, захожу. Нубик попал в мир Лего Сити. Мне кажется, он сейчас удивится. О май гад! Что вы вообще такое? Круглоголовые чудики! Кто вы? Что вам надо? Кыш! Кыш! Ну что, Нубик, как тебе Лего Сити? Нравится? Да, тут прикольно. Только люди какие-то сильно круглые и смешные. А еще у них у всех машины есть, а у меня нет. Кока, дай мне машину. Ну дай, ну че ты? Да без проблем, вот у меня есть две машинки. Кого выберешь? Мне не подходит. Фу, это мне тоже не нравится. Они все старые и неприкольные. Я хочу новую и крутую. Ну пожалуйста. Ну хорошо, давайте я на iPad покажу. А ты выберешь. Давай выбирать. Это Audi. О, это крутая. Это Chevrolet. Нет, это нет. Это Mercedes. Тоже нет. Это, по-моему, McLaren. Но я не уверен. Опять нет. А это Bugatti. Прикольная. Это тоже не очень. Короче, мне понравилось только первое. Точно? Audi хочешь? Да, да. Audi хочу. Все, Нубик себе выбрал машину. Ему понравилось Audi. Сейчас поедем в лего-магазин и купим ему новую тачку. Ну и чего ты сидишь? Лайк сам себя не поставит. Ну поставь лайк, ну чё ты? Ну, спасибо. Позвоню Косте, спрошу, где он? Ну чего тебе, Нубик? Ты где? Купил мне тачку? Я еще еду, но уже скоро. Подъезжаем. Ну где же Кока? Мне скучно. Мне скучно. Мне очень скучно. О, Костя звонит. Алло, Нубик, я уже еду. Вот твоя тачка. Скоро буду. Жди. Супер. Кока скоро будет. Нубик, ты где? Не вернулся? Я тут. Я прячусь. Вот твоя тачка. Только собирать сам будешь. Мне лень. Ух ты. Вау. Супер! Мне нравится! Какое оно тяжелое! Есть! Всем привет! Я Нубик! Я пытаюсь собрать машинку. Инструкцию уже наизусть выучил. Но закончить машинку не получается. Костя! Помоги мне собрать машинку! Ну, пожалуйста! Хорошо, Нубик! Давай я помогу. Сначала капот. Ты уже почти сам собрал. Тут чуть-чуть осталось. Теперь вот эту штучку. Теперь кабина. А теперь спойлер. Прикольно. Все, остались колеса. И будет готова твоя тачка. Все, готово. Крутая. На, Нубик, гоняй. Только аккуратно. Ух ты, какая! Супер! Смотрите, какая у меня тачка. Это Audi. Спойлер огромный. Круто. Сегодня на ней буду гонять. Смотрите, как она может. Так, ты кто? И почему ты в моей тачке? А ну вылазь. Живо. И шлем отдай. Спасибо. Теперь у меня есть шлем.
Значит, я нубик-гонщик. Ой, он круглый, а я квадратный. Не налазит. Это печалька. О, есть идея. Вот мой шлем. Сегодня же Хэллоуин. Я гонщик-тыква. Я неудержим. Сейчас поедем гонять. Ю-ху! Супер! Круто! Я нубик-гонщик. Ой-ой, авария. Валим, валим отсюда. Убегаю, убегаю. Да что вам надо? Отстаньте. Костя, меня поймали. Спаси меня. Спаси. Пожалуйста. Куда вы меня ведете? Я не хочу в тюрьму. Кока, спаси меня. Мне тут не нравится. Но, Кока, меня тут обижают. Спаси. Хорошо, сейчас спасу. Все, Нубик, ты свободен. Ура, спасибо. Мы тут прячемся от иссушителя. Костя, убери его, пожалуйста. Нам страшно. Хорошо, забираем. Спасибо. Борька, вылазь. Ушел иссушитель. Нубик, а у меня для вас опять сюрприз. Ой-ой. А он не страшный? Нет, вот он. Ого! Это новый набор Майнкрафт. Называется Крафт 2. Крутой. Нубик, посмотри, кто тут в набор входит. Ничего себе. Это что, лошадка? Ну вот, опять. Хорошо, что не как в прошлый раз. Фу, Борька, чем это пахнет? Борька опять в обморок упал. Наверное, от радости. Борька, ну ты чё? Вставай. Ребята, поставьте лайк, пожалуйста. А то смотрите, как Борьке без лайка плохо. Спасибо. Всё, вставай, Борька. А что тут можно сделать? Много разных построек. Так что у вас с Борькой, наверное, будет дом. А то что вы без дома? Да, круто. Костя, давай же что-нибудь соберем. Ну хорошо, давай. Я вам лошадку соберу. А вы пока сделайте для нее загон. Хорошо? Да, конечно. Борька, а ты строить умеешь? Супер. Вот детальки для загона. Давай собирать. Ну что, Борька, смотри и учись. И оп, и оп, и оп. Все, чё-то я устал. Давай теперь ты. Борька, строй забор. Ой-ой. Борька, ну ты как, живой? Не бережешь ты себя, Борька. Давай лучше я закончу. А то у тебя руки-крюки. Я мега крут. Загон готов. Все, Нубик. Готова ваша лошадка. Не обижайте ее. Ух ты. Вот это да. Лошадка. Хорошая лошадка. Давай дружить. Я нубик. Крутая, да? Хе-хей! Я нубик, повелитель лошадки. Ой-ой. Все нормуль, мне не больно. Так и было задумано. Круто-круто. Теперь у нас с Бойкой есть лошадка. Нубик, а вы где хотите на лошадку посмотреть? Да, конечно, покажи. Ну сейчас покажу. Вот, смотри, прям как у нас. Да, супер. Еще такая же. Прикольно, но наша все равно лучше. Вот такие вот в игре лошадки. Крутые. Борька, а тебе нравится? Понятно.
Борька, смотри на нас с Джеем и повторяй. Хорошо? Джей, давай, ты первый. Супер. Теперь я. И хоп, и хоп. Нормуль. Борька, давай жги. Да что ж такое? Борька, вот скажи мне, что ж ты такой кривой? Больше не прыгай. Прыгать – это не твое. Нубик, привет! А что опять с Борькой? Да все нормуль. Просто прилег отдохнуть. Я вам набор собрал. Идите смотреть. Все, Борька, вставай. Побежали. Нам Костя дом построил. У вас тут будет целый мир. Он состоит из 5 элементов. Вот это класс! Давай скорее нам все показывай. Элементы можно менять местами и ставить как хочется. И каждый раз будет получаться новый мир. Мне кажется, это прикольно. Начнем с огорода. Тут растут тыквы, пшеница и картошка. Понятно. А это что такое? Это свекла, Нубик. Фу-бе. Борька, а ты любишь свеклу? Супер, можешь всю съедать, я не буду. По-моему, ты как-то странно ешь, Борька. Тебе так не кажется? Нубик, загляни в сундук. Мне кажется, ты обрадуешься. Хорошо. О май гад! Там золотой меч. Я всегда о нем мечтал. Теперь я самый счастливый нубик на свете. А если ты перестанешь жадничать и поставишь лайк, я стану еще счастливее. Ну поставь, ну тёты. Спасибо. Следующий элемент – это кусочек леса. Тут у вас два дерева, немножко воды и лавы. Костя, а что это такое зеленое? Это слайм, маленький слизень. Фу, какой-то ты неприятный. Я с тобой дружить не буду. Бэ. А теперь самый главный элемент. Смотри, Нубик, какая башня. Тут у вас есть верстак. Рамочка с золотой киркой. А наверху есть ворота. Вот это супер! Теперь это мой домик. Борька, поднимайся сюда. Тут круто. Борька, аккуратнее. Ты как там? Живой? Какой-то ты невезучий, Борька. Теперь четвертый элемент. Это загон с коровкой. Не забывайте ее кормить. Она любит пшеницу. Привет, коровка. Давай дружить. Теперь у нас с Борькой есть лошадка и коровка. Это круто. Кстати, ваш загон с лошадкой мы поставим тоже сюда. Остался последний элемент. Вот он. Костя, а что такое ТНТ? Это ТНТ. Взрывчатка. Будь поаккуратнее с ней. Хорошо. А что это за кнопочка? Ой-ой. Все нормуль. Мне не больно. Я уже привык. Я же нубик. Теперь мы с Борькой будем тут жить. Да, Борька? Смотри, Нубик. Я в игре пробовал построить вашу башню. Прикольно. Похоже? Да, похоже. Мне нравится. Ну да. Мне тоже кажется, что чуть-чуть похоже. Да не чуть-чуть. Прям классно, похоже. А тебе, Борька, нравится? Борька, может хватит уже есть? Так, Борька, угомонись. Ты лопнешь скоро. Иди лучше коровку покорми. Ой, чуть не забыл. В конце видео будут лучшие комменты. И лайк не забудь. Борька, смотри, что я нашел. Какая-то чудо-палка. Ну что, Му-Му, я тоже не знаю, что это такое. Костя, привет. А что это за штуковина тут лежит? Привет, Нубик. Это не палка. Это такой меч. Из Nights. Понятно.
А кто такая Nexo Knights? Это не кто такая. Это игра рыцарь Nexo Knights. Вот еще и щит есть. Ого. Классно, да? Вообще супер. А почему у тебя такое есть, а у меня нет? Я тоже хочу. Хорошо. Вот у меня есть маленький. Как раз для тебя. Спасибо. Круто. Щит и меч. Вот это да. Я теперь тоже рыцарь. Пойду проверю свои силы. Наваляю зомбикам. Эй, зомбики, а ну сюда идите. Ай, ой, ой, ой. Все нормуль, мне не больно. Я уже привык. Я же нубик. Костя, а что ты делаешь? Я новый набор собираю. А хочешь, я тебе помогу? Да нет, нубик, не надо. Я сам справлюсь. Жалко. Мне не помог твой щит. Зомбики все равно меня победили. А давай тебе помощника дам. Это Аксель, он рыцарь. Я думаю, он тебе поможет. Ого! Ух ты, какой ты здоровый. Класс. Костя, а он зомбиков может победить? Думаю, да. С монстрами он справляется. Значит, и с зомбиками справится. Это супер. Привет, здоровяк. Поможешь мне зомбиков победить? Ура, ура! Вон они, эти зомби, они меня обижали. Это было круто. Ставь лайк, если тоже понравилось. Ну чё, получили? Будете знать, как нубика обижать. И своим всем передайте. Аксель, спасибо, ты мега крут. Нубик, ну как ты там? Все нормуль. Хочешь, я тебе игру Nexo Knights покажу? Конечно, хочу. Вот она у меня на iPad есть. Прикольно. Кстати, тут можно твой щит отсканировать. А это как? Вот, возьми его в руку. Давай. Все, держу. Сейчас на тебя прицелюсь и отсканирую щит. Ой-ой, что-то мне страшно. Может, не надо? Не бойся, нубик, это не больно. Ну, хорошо. Да, пока все нормуль, не больно. Вот, теперь этот щит есть в игре. Им можно пользоваться. Круто. А покажи, что еще тут есть. Вот, смотри, нубик. Тут есть разные рыцари. Их 5 разных. Прикольные, мне нравятся. А вот, кстати, Аксель. Да, точно, это он. Он крутой. Сейчас я тебе покажу, как он в игре дерется. И что он будет делать? Тут можно драться с разными монстрами. Ого, класс. А зомбики или криперы тут есть? Нет, нубик, тут немного другие враги. Но они тоже прикольные. А вот так твой щит бьет. Это запретная сила. Классно. У меня он почему-то так не бил. Смотри, нубик, какой жук огромный. Ой, страшный. Ну как тебе игра, нубик? Крутая, мне нравится. Да, мне тоже нравится. Может, тут будет? Нет, тут тоже пусто. Печалька. Ну, давай, ну найдись. Ну, пожалуйста. Повсюду одна печалька. Привет, нубик. Привет, Костя. А что ты ищешь, нубик? Золото. Но никак не получается найти. А зачем тебе золото? Как зачем? Мне нужна золотая мотыга. Понятно. А у тебя есть какой-нибудь сюрприз для меня? Конечно. Вот, смотри. Ого! Что это за громадина такая? Нубик, а знаешь, что такое Звездные войны? Нет, рассказывай скорее. Это фильм такой прикольный. Недавно новая часть вышла. Это корабль из этого фильма. Называется Сокол Тысячелетия. Вот это круто. А можно мне в него? Да, запрыгивай. Ой-ой. Вау, как тут круто. Какие-то компьютеры крутые. Ух ты, пистолетики.
пиу, 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 пиу. Я звездный воин. Ой, чуть не забыл. В конце видео буду читать ваши комментарии. С вас лайк. Большой-большой такой лайк. Ну не жадничай, ставь уже. Спасибо. Нубик, смотри. Это дроид-помощник. Его зовут BB-8. Странное какое-то имя. Но он прикольный, мне нравится. Привет, кругляшок. Давай дружить. Крутой, да? Нубик, смотри. Смотрю. Это главные злодеи. Дарт Вейдер и Кайло Рен. Ого, страшные какие. А кто из них кто? Это Дарт Вейдер, а это Кайло Рен. Понятно. Вот это супер! Костя, а мне можно такую светящуюся палку? Это не палка, это световой меч. Оружие от джедаев. Хорошо, дашь мне такую? Да, у меня есть еще круче. Ого! Это двойной. Ничего себе! Круто! Я теперь нубик джедай. Ты чего так дышишь тяжело? Болеешь чем-то? Костя, мне эти дяди не нравятся. Они какие-то скучные и злые. А вот BB-8 крутой. И корабль тоже очень классный. А можно я тут комментарии почитаю? Да, конечно, читай. Ура, ура, супер. Итак, вот. Комментарий от Владимира. Борька и Нубик крутые. Да, мы такие, особенно я. Идем дальше. Нубик, ты просто супер, и Борька класс. Нубик, тебе нужен большой подарок. Да-да, большой и очень-очень крутой. Коммент от Макса. Нубик крутой и Борька тоже. Только Борька Соня, спит много. Да-да, Соня ужасный, даже сейчас дрыхнет. Идем дальше. Нубик, я твой фанат. Можно в ролик? Да, можно. Ты уже тут. Тебя лайк. Пишет Белла. Нубик хороший парень. Все правильно. Я с тобой согласен. Я такой. Чего-то я устал читать. Всем пока. Стой. Лайк не забудь. Мне надо.